Ларка стала чулой. Их расстреляли на свете. Когда вокруг ревела пламя, там были женщины и дети. И эта девочка была. Сперва велели всем раздеться, затем горбу всем стать спиной. Но вдруг раздался голос детский, наивный, тихий и живой. Чулочки тоже сняли дети, не упрекая, не грозя, смотрели, словно в душу глядя, трехлетней девочке в глаза. Чулочки тоже, но смятение. На миг принцесса Елизавета, рука сама собой в мгновение вдруг опускает автомат. Он словно схован взглядом синим, проснулась в ужасе душа. Нет, он застрелить ее не может, но дал он очень спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, чтоб если б дочка твоя бы даже здесь легла. И это маленькое сердце пробило твое твоей. Ты человек, не просто немец, но ты ведь зверь среди людей. Шагал ты с весом. Зрение понимая глаз. Впервые, может, это думать. Мозгу отправлю разошлась. И всюду взглядит на нас. И всюду услышалось опять, и не забудется по мне. Чулочки, дядя, тоже спит.